Ну, как всегда, с зарядочкой. Тем более сегодня день ветеранов бокса. Так что еще спортика надо чуть-чуть. Всех боксеров поздравляем, ветеранов бокса. И говорим им спасибо за прославление бокса, за их результаты, за их высший класс. Так что, друзья, встречаем боксеров и поздравляем. Знаете сегодня какой день? Смотрите, что надо делать. Уважаемый Умар Назарович, я Каха Барави, мастер спорта СССР международного класса по боксу. Был сборной СССР по боксу, четырехкратный победитель первенства СССР. На сегодняшний день являюсь пенсионером. У меня ипотечный кредит на квартиру на сумму 105 тысяч лари. Квалитет 38,5 тысяч долларов. Как пенсионеру мне тяжело оплачивать. Прошу оказать финансовую помощь. Очень надеюсь на вашу помощь. С уважением, Каха Барави. День ветеранов бокса. Конечно, мы своих боксеров не бросаем. Наш боксер, ветеран бокса, попал в сложную ситуацию. Конечно, поможем. Мы боксерская семья единая. Без разницы, в какой бы стране боксер находился и в какой бы сложности. Мы что делаем? Конечно же, идем. Даем руку помощи. И вам тоже самое советую. Объединяйтесь. Только в единстве наше с вами счастье, дорогие друзья.